снова здравствуйте! С вами «Последние новости». По всей видимости, певица Светлана Лобода становится звездой номер один в России. Стало известно, что она устроила скандал в аэропорту. Пассажиры столичного аэропорта стали свидетелями неприглядной сцены в одном из VIP-залов Шереметьево. Яркая звезда шоу-бизнеса Светлана Лобода прямо на виду у всех в грубой форме объясняла одной из сотрудниц, что недовольна ее работой. Скандальная перепалка попала на видео, которое снял свидетель происшествия. По словам пассажиров, Светлана Лобода была недовольна тем, что ее не встретили у паспортного контроля после посадки в Москве. Она была вынуждена сама дойти до VIP-зала и высказала свои претензии. Из видео понятно, что звезда не принимала никаких извинений и хотела вернуть деньги за некачественное обслуживание. Также ей было отмечено, что сотрудница повела себя непрофессионально по отношению к ней. «Мне не нужны извинения, мне нужен профессионализм в работе. Вы любите мои песни, потому что я делаю все правильно, отрабатываю, как в последний раз. А вы приходите на работу и не делаете все возможное, чтобы клиенту было комфортно», – негодовала знаменитость. Неприятный инцидент закончился тем, что певица удалилась из VIP-зала, при этом сказала, что не оставит эту ситуацию и призовет виновных к ответу, так как у нее есть влиятельные знакомые. Об этом пишут средства массовой информации. В окружении Лободы неоднократно видели внимание на требовательность певицы по отношению к себе и другим. Так ее продюсер Нателла Крапивина в одном из интервью признавалась, что они могли поссориться из-за пустяка и не разговаривать неделями. По ее словам, такие конфликты возникали из-за усталости, а также популярности, которую приобрела певица в последнее время. Спасибо за просмотр этого видео. Не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы будем также рады вашим лайкам и конструктивным комментариям. До новых встреч!